Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня мы будем декорировать очередные баночки из-под майонеза. Вот видите, вот такой бюджетный вариантик. Можно сюда посадить любой цветочек. Все-таки баночка смотрится как-то сама по себе, ну, позорненько. А вроде как бы с леопардовым принтом уже поприличней. А вот что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится непосредственно майонезные баночки. Я вот еще дополнительно три заготовила тут их. Вот нам понадобится линейка, нам понадобится ракал. Ракал может быть, ну или самоклеющиеся эти обои, или ленты, или как это называется. Ну, в народе попросту это называется ракал. Здесь не важно, какого будет цвета. У меня просто на данный момент есть только леопардовый. Других у меня ракалов нет. Вот. А ракалов продается великое множество. И под дерево, и блескучие, и неблескучие. И в клеточку, и в квадратик, и всякие разные красные, зеленые, синие. Ну, на данный момент у меня только такой ракал. Еще нам понадобится линейка и ножницы. Что я делаю? Что я делаю? Я замеряю расстояние. Видите, 10 сантиметров. Значит, нам ракал нужен 11 сантиметров приблизительно. Почему? Сразу объясняю, почему. Вот это майонезное ведро, видите, хоть как оно немножко идет на конус. И когда ты начинаешь клеить, если ты берешь ровно 10 сантиметров, буквально 2-3 сантиметра наклеил, и оно начинает уходить и оголяться, вот эти зеленые полоски. В общем, получается неровно. Я, значит, почему клею больше? Пусть она чуть-чуть больше, даже и ходит где-то на конус там или как-то, но зато потом в 2-3 приема я выравниваю. Ну и так, приступим. Значит, убираем ручки. Они нам не понадобятся. Теперь что? Берем ракал. Ракал бывает вот с такой разметкой, бывает без разметки. А вот квадрат 5 на 5. Мы берем, я беру 11 сантиметров и отрезаю ножницами. Так, это будет вот здесь. Я отрезала 11 сантиметров. Баночки майонезные я промыла тщательно, чтобы не было здесь никакого такого жира, ну, в смысле, от майонеза, чтобы здесь все поры были отмыты. Вот. Что делаем дальше? Вот так берем. Немножко подворачиваем. И в любом месте. В любом. Вот так начинаем укладывать, ну, приклеивать. Вот приклеили. Потихоньку двигаем, натягиваем, пригладили, еще чуть-чуть убираем, пригладили. Здесь вот стараюсь все прям, чтобы воздух выходил. Вот пригладили, дальше идем. Видите, уже начинает постепенно вы как-то в эту сторону смещаться. Потому что все-таки из-за того, что майонезная банка идет на конус. Вот уже здесь впритык, и уже она начинает там подгибаться. Что мы тогда делаем? В данном случае мы просто берем и ножницами обрезаем. Вот так я обрезаю. Вот, видите? Вот здесь, видите, оно уже сошло как бы вот на... Нет. Так, здесь, чтобы ровно легло, я чуть-чуть подрежу. И туда подоткнули. Так, что делаем дальше? Дальше для ровности. Ну, в принципе, здесь обрезано ровно практически. Также берем дальше, или можно с другой стороны, неважно. Я немножко, видите, вот здесь как бы так по косине получилось. Я опять делаю внахлёст,
как бы внахлёст. Даже могу побольше создать косину, как бы вот в эту сторону. Для чего? Потому что, когда я начну клеить, у меня опять оракал уйдет в эту сторону, так как банка кривая. Ну, идет на конус. Вот так. Так. Вот здесь мы заканчиваем. Сильно нахлёст делать не будем. Мы еще этот оракал используем, даже вот этот кусочек маленький. Просто я вот так обрезаю его. Так. Вот все. Тщательно приглаживаем. Все элементарно. И теперь ножницами я делаю подрезку по кругу. Получается прям вплотную. Так как у меня цветов очень много, эти майонезные баночки, они постоянно нужны. Ну, временные как бы банки, они нужны постоянно. Но совсем майонезные, они, конечно, страшные, а так вроде как бы и ничего. Теперь что? Теперь вот этот ободок тоже можно как-то украшать, можно наклеить какие-нибудь кружева и покрасить. Но так как мы делаем быстро и просто, мы берем тот же самый оракал. Вот. Вот я его наклеиваю. Натягиваю. И иду по кругу. Все, вот так. Тот же кусочек, что у нас остался от оракала. Теперь я вот это все срезаю по крышке. Вот, пожалуйста. И продолжаем дальше. Ну, например, вот немножечко внахлёст сделаю. Вот. Наклеиваю. Вот. Видите как? Ну, здесь, конечно, будет мало. Ну, сколько хватит. Ну, даже можно вот так все оставить по кругу, а здесь сверху наложить другой оракал. Ну, вот по такому принципу мы обклеиваем все три баночки. Ну, на одну баночку максимум у меня уходит 10 минут. Максимум. Это по самому там, если сидеть, разглаживать, если примерять, отмерять, то даже и меньше, 5 минут. Здесь еще нужно сделать отверстие. Ну, в зависимости от того, что я буду сюда сажать, где-то меньше, где-то 5, где-то 10 отверстий делаю. Прокалывается все легко. Можно вот теми же ножницами. Майонезные баночки очень податливые, но лучше я вот таким ножом. Я не сильно давлю. Не сильно. Вот. Видите, уже практически дырочка. Если сильно давить, она как бы прорезает. А если плавненько и с подкручивающими движениями, то буквально можно делать дырку побольше, поменьше. Вот, пожалуйста, прекрасная дырочка. Вот, ну и так вот делаем дырочки все. Ну вот, друзья, прошло полчаса. За полчаса я сделала три вот таких баночки. И вот, как вы видите, в этих двух я сделала по 9 отверстий. В этом сделала 5. Ну, это как по желанию. Что еще хотела сказать про этот оракал? Вот оракал, дочка обклеивала им, например, баночки из-под детского питания, железные. Вот, они тоже идут с крышечкой, но они ровные. Ну, правда, поверхность ребристая у них. И вот что хочу сказать. Сейчас внучке 5 лет, этим баночкам уже около 5 лет, и этот оракал не отклеивается, не повелся, нигде никаких ни заворотов нет. Прекрасно держится. Например, в прошлом году она оракалом обклеила журнальный столик,
который стоит постоянно на балконе. Балкон не застеклен, на него попадает и дождь, и снег, и жара. И что хочу сказать, ну, год простоял аракал, он как-то немножечко как бы скукожился, но факт тот, что все равно он держится, не задрался, ничего. Но даже под открытым небом, под дождем, снегом и солнцем он хорошо держится. А что говорить уже о домашних условиях? 5 лет баночкам и никаких проблем. Но вот такой горшок тоже можно использовать для хранения чего-то. Ну, например, каких-нибудь пуговиц, бусинок, ниток. Ну, что-то там такое по рукоделию, каких-то булавок, чего-то там еще. Вот. Ну, тогда надо бы уже и эту поверхность заклеить аракалом. Но так как у меня это будет подставка под цветочки, опять же, это все временное. Вот. И я не буду обклеивать, потому что здесь будет стек воды, ну, чтобы аракал все равно не сдувался. Как-никак, это все-таки самоклеющаяся лента. Ну, а так ее, в принципе, не видно что-то. И вот так, думаю, пойдет. Для полива, для цветов, как временный горшок, прекрасно пойдет. Вот вам, пожалуйста, бюджетный вариант. Полчаса, и у нас готово 3 горшочка. А денег мы затратили, ну, несколько там копеек. Вот, кстати, только что я говорила, что баночки из-под детского питания. Вот этой баночке уже 5 лет. И как вы видите, нигде ничего не задралось. Вот как она обклеила вот этим аракалом, так вот она и стоит. А я здесь храню кисти, там круглогубцы, да всякую ерунду. Вот просто к тому, что он прекрасно держится. 5 лет простоял, и ничего ему не делается. И вы можете использовать любой аракал и как бы украсить. Будет красиво, конечно, если будет аракал, допустим, под дерево. Есть аракал, я его видела, под дерево. Надо бы купить. Может быть, какой-то есть аракал под камень. И будут прекрасные горшочки. И дешево, и сердито. Вот на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч на канале. Пока-пока!